Впервые акция «День без автомобиля» была проведена в Париже в 1998 году и с тех пор приобрела большое количество поклонников. Еще до ее официального основания подобные мероприятия спонтанно проводились в разных городах мира. В России акция проходит с 22 сентября 2008 года. В этот день всех призывают оставить автомобили и отправиться по своим делам пешком, на велосипеде или же на общественном транспорте. Сегодня проводится Всемирный день без автомобиля, и поэтому мы с детьми решили, с юными инспекторами дорожного движения, решили напомнить водителям о том, что надо обязательно соблюдать правила дорожного движения. В наше время, конечно, тяжело отказаться от автомобиля и ездить на велосипедах, но, тем не менее, мы напоминаем. Сотрудники Одинцовской госавтоинспекции совместно с представителями управления образования района, членами Всероссийского общества автомобилистов и школьниками акцию в поддержку этого праздника провели на улице Чикина. Каждый должен соблюдать правила дорожного движения, будь то пешеход, водитель, ну и дети тоже. И заявил желание помочь сотрудникам. Юные инспекторы движения вместе с сотрудниками ГИБДД останавливали проезжавшие мимо машины и поздравляли водителей с праздником. Желали им удачи на дорогах и дарили каждому тематические листовки, которые разрабатывали и готовили сами в своей школе. Мы в школе готовили такие вот флайеры. Мы изучали правила дорожного движения, повторяли их, готовились. Почти все школы. Водители относились к акции очень тепло и душевно, благодарили школьников и инспекторов за проявленную заботу. Ведь чаще всего автовладельцы привыкли воспринимать инспекторов ГИБДД как контролирующий орган, и поэтому пожелания от них воспринимались с особой благодарностью. Мила Тарасевич, Евгений Муравлев, телекомпания «Одинцова».